Доброго здоров'я! Рада вітати вас у студії програми «Сітітерапія». Я думаю, що не помилюсь, якщо скажу, що кожен з нас хоча б раз у житті відчував біль у спині, попереку або навіть у шийному відділі хребта. І діагноз остеохондроз будь-якого відділу хребта або міжхребцева грижа, кило українською мовою, знайомий багатьом. Саме про це ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі. Зазвичай з усіх м'язів людини найбільше навантаження отримують м'язи тулуба та шиї. Утім, з роками втома зростає, і вони стають слабшими. Тоді навантаження бере на себе хребет. У цей час від зайвої напруги в міжхребцевих дисках і починаються дегенеративні процеси, що мають назву остеохондроз. Еластичні властивості хребців погіршуються, з'являються остеофіти. Це такі нарости, в народі їх називають солі. Вони зажимають нервовий корінець і виникає біль. Часте ускладнення остеохондрозу – міжхребцева грижа. Пошкоджений диск випадає і тисне на спинний мозок. Звідси і біль у спині. Лікування цих хвороб – процес довгий і неприємний. Тож ще з молоду варто дослухатися порад лікарів. Більше рухатися, спати на твердому ліжку, вчасно лікувати у дітей сколіоз, правильно харчуватися. А ще не затягувати з лікуванням інфекційних захворювань та ендокринних порушень, що можуть призвести до остеохондрозу. Сьогодні нас консультуватиме Геннадій Васильович Ігнатьєв. Геннадій Ігнатьєв – мануальний терапевт. Стаж роботи – більше 25 років. Один з небагатьох мануальщиків береться лікувати навіть немовлят. Вітаю вас у нашій студії, Геннадій Васильовичу. Здравствуйте. Підкажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти? Ну, как всегда, с болями в области шейного отдела, грудного отдела и поясничного отдела. И что выявляется впродовж вашего спілкування и обстеження пациента? Что є причиной этих проблем? Ну, причина, прежде всего, служит именно заболевание остеохондроз. И осложненные заболевания, более осложненные заболевания – это межпозвоночные грыжи. Что такое остеохондроз для тех, возможно, що ще не знайомі з такою проблемою, з таким діагнозом? І чим відрізняється або вирізняється кила або грижа? Що це таке? Ну, дело в тому, що сам по собі остеохондрозик – це заболівання міжпозвоночного диска і позвоночника. Что, как бы проще объяснить? В нормальном состоянии тело позвонка находится вот в такой вот форме. Когда начинается процесс остеохондроза, то начинают расти крючки вверх, вниз и по бокам. Угу. Позвоночник получается в форме седла. И получается то, что между позвонками находится диск. И этот диск, он состоит из фиброзного кольца. Внутри находится студенистое ядро. И ткани фиброзного кольца, не как в обычных тканях, они расположены под углом 45 градусов. Поэтому эластичные свойства фиброзного кольца сами по себе присутствуют. Межпозвоночный диск сам по себе служит амортизатором. И он смягчает все абсолютно и динамические нагрузки, и дает возможность всему нашему туловищу и всему нашему скелету вращаться, делать всякие всевозможные движения и выполнять, выдерживать любые нагрузки. И правильно сказать, то, что в народе говорят соли, это неправильно. Здесь не соли откладываются, а, правильно сказать, деформируется сама кость, вырастают крючки. Вот. И с этим путать нельзя. И причем самое обидное и самое естественное, когда вот эти крючки вырастают вверх и вниз, то они встречаются, как мизинчики вот мои, и как эти пальчики. И практически, да, они переплетаются, и между ними находится межпозвоночный диск. Он свои функции эластичные уже не выполняет. Конечно, не выполняет. И в результате этого взрастает все соединительной тканью. И навіть рухомість, напевно, порушивается. Да, называется анкилозирующий блокад. Нульовая подвижность позвоночника. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Геннадію Васильовичу, все-таки більшість людей вважає, що така проблема – це проблема людей старшого віку.
Що змінилося за останній час? Наскільки рано з'являється остеохондроз, якщо це так? І з чим це пов'язано, на вашу думку? На мою думку і на мою практику сказывается то, что я уже в последнее время замечаю, что остеохондроз значительно помолодел. У подростков 14-15 лет уже, будем говорить, остеохондроз процветает, настолько прогрессирует, что жутко даже смотреть эти снимочки. Межпозвоночные диски, там, где высота межпозвоночных дисков должна равняться 1/3 тела позвонка, практически маленькие щелочки, 1,5-2 мм. А чему ж так трапляется? Что цьому виною? А вы помните, на прошлой передаче, если наши пациенты все смотрели, мы говорили о дисплазии. Але вот. Не в кожного ж є дисплазія. Ну, дисплазія или предрасположенность к дисплазии, здесь уже компенсаторная та поза самого рождения, она постепенно перерастается и переходит в другую проблему. Ребеночек тут принимает вертикальное положение, начинает уже больше ходить, двигаться, растет, увеличиваются все функциональные нагрузки. В результате этого при компенсаторной той позе образуются боковые искривления всевозможные, кифозный сколиоз, лордозный сколиоз и даже, можно сказать, и прямая спина, ровная как доска. Что також є ненормальным и відхиленням від норми. Да, безусловно. И многие родители часто не задумываются над тем, что сколиоз – это перерождение, будем говорить, и переход именно в остеохондроз. Когда он произойдет? А самое главное, что мне хотелось сказать, остеохондроз – это обезвоживание межпозвоночного диска. Вот. И в результате этого происходит старение, быстрое старение всего организма. Позвоночник – это прежде всего, будем говорить, центральная наша система, центральная система, управляющая нами в целом. Геннадій Васильовичу, якщо все-таки так трапляється, і незалежно від віку 14, 34 чи 64, пацієнт до вас приходить, з чим насамперед ви працюєте? З даними анамнезу, тобто з інформацією, яку ви отримуєте від пацієнта впродовж бесіди? Чи, можливо, пацієнт приходить з якимось певним переліком обстежень, з якимось знімками, чи ще з чимось? І як ви уявляєте собі ідеальну форму спілкування з пацієнтом? Тобто, як ви вважаєте, повинно бути? Ну, прежде всего, нужно обратить внимание, что пациент должен прийти сам или его должны принести, в крайнем случае говорю. Надо видеть конкретно данного пациента, чтобы определить, что нужно конкретно данному больному. Какие провести дополнительные исследования? Может быть, нужно МРТ головы, МРТ шейного отдела, МРТ грудного отдела или МРТ поясничного отдела. А может быть, просто нужен рентген. Вот. И каждое исследование проводить так необдуманно тоже не стоит. Потому что не это... только с финансовой точки зору, ну, а даже и с точки зору навантажения на организм. Да, безусловно, это облучение лишнее, рентген, они совершенно не нужны. Если пациент уже до вас потрапив, если диагноз было встановлено, что такое мануальная терапия? Что это за процесс такой, або методика лікування? А мануальная терапия – это мануальная медицина, правильно ее назвать, потому что манипуляционная медицина. При манипуляционной медицине нужно найти истинную причину, выучить анамнез больного, посмотреть объем движений, пассивный объем движений, насколько есть полный объем именно пассивных движений. Это в суставах верхних конечностей, нижних конечностей, объем движения шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела. Здесь происходит диагностика именно в движении. Кроме всего этого, есть еще масса пальпаторных. Пальпаторных – это чувствительность пальцев, когда пациент укладывается на кушетку или в положении сидя, определенный объем движений, и чувствительностью пальчиков проходишь и проверяешь, насколько, где болезненно и какой объем движения. И в будущем создается в целом логическая картина. Именно здесь мануальная медицина должна работать в целом. Это логика, интуиция, логика, знания и исследования. Самое интересное, что многие думают, что если сделали рентген и поставили диагноз, думают, это все.
Это сделать очень просто. В нашем Киеве очень много МРТ-центров, диагностических центров, которые проводят это исследование. Но а что дальше? Абсолютно точно. А що далі? Геннадій Васильович, я пропоную нам з вами разом з нашими глядачами відвідати кабінет мануального терапевта, подивитися, що ж там відбувається, а потім ви, як людина, яка, власне, володіє цією методикою, дасте свої коментарі. Давайте поглянемо на екран. Хорошо. На прийомі у мануального терапевта пацієнтка, яка довгий час ходить по лікарнях, турбує поперек. Біль не дає жінці навіть спати. Каже, була у багатьох спеціалістів, робила обстеження, лікувалася, їздила по санаторіях. Тільки ось проблема на місці. Як боліло, так і болить. Пацієнтка принесла лікареві МРТ-знімок проблемної ділянки. Для мануального терапевта важлива будь-яка інформація, адже його головне правило – усунути причину хвороби. Анамнез назбирали на 8 аркушів медичної карти. Потім фахівець обстежив хребет стоячи і уклав пацієнтку на кушетку, щоб побачити зміни у хребті у цьому положенні. Тільки після такого детального обстеження і вивчення знімка призначив курс лікування і розпочав процедуру. За 29 років роботи лікар розробив свою особисту методику. Якщо у пацієнта сильний біль, починає маніпуляції з віддалених ділянок стопи, колінного суглоба, потім тазостегнового. Повільно просувається до джерела болю. У нашої пацієнтки проблема у попереку. При остеохондрозі центр тяження зміщений. Хребет давить під кутом. І м'язи навантажені неправильно. Процедури усувають цей перекіс. Хребет, так би мовити, перезавантажується. Після лікування всі його частини на своїх місцях. Компресії корінців немає. Тому зникає і біль. У середньому потрібно 5 сеансів. А потім обов'язково реабілітація. Спеціальна гімнастика допоможе м'язам звикнути до добре забутого правильного положення. Після перегляду сюжету питань більше, ніж було до нього. Отже, методика, процедура і що відчуває пацієнтка, конкретна пацієнтка, чи не було їй, бодай, неприємно? Ну, в даному конкретному випадку треба було спросити пацієнтку. А як ви вважаєте, або чи що вони вам кажуть? Вона не кричала, що? Вона навіть не мружилася. Чувство легкости после процедуры. Правда? И ощущение сразу, причем сразу после первого приема, пациенты практически 99% ощущают это. Потому что когда уходят многие дисфункции, а это дисфункции скрученного, скошенного таза, говорю, когда идет перегрузка на определенные группы суставов, есть перекос таза, есть перегрузка тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, суставы стопы перегружаются. Это мы говорим только о суставах. Будем говорить, в области таза есть еще и внутренние органы. Звичайно. Безусловно, если, предположим, с правой стороны таз несколько выглядит опущенный снизу, то правая почка, безусловно, будет уже опущена физиологически. И физиологически придет время, там начнут накапливаться конкрементики, песочек. И что у нас дальше по правой стороне? По правой стороне у нас находится еще желчный пузырь, печень. Вот. Все это уходит в дисфункцию, потому что идет перегрузка, все это натянуто. Дальше идет у нас что? Диафрагма. А к диафрагме что у нас дальше крепится? Есть еще пищевод. Пищевод, наверное, тоже уходит в сторону. Да. Вместе с пищеводом, говорю, с пищеводом, а пищевод дальше же тоже, наверное, где-то крепится к костям черепа. Вместе с костями черепа. А здавалося, проблема была десь внизу. Всего лишь навсего. Все настолько абсолютно взаимосвязано. Потому что если вот посмотреть и картину представить, вот наш головной мозг, это спиной мозг. Вот, произошел перекос таза. Что произошло у нас? Естественно, та твердая оболочка мозговая, которая окружает спиной и головной мозг, тоже происходит натяжение. И в точках крепления происходит
будем говорить, компрессия, происходит нервно-корешковые синдромы. В результате этого группа мышц, которые с той стороны, где именно произошла компрессия, говорю, начинает сокращаться. Сокращается, естественно. Вот в результате этого и в эту сторону, самое удивительное, как раз идет и больший объем движения в сторону сокращения, в сторону поражения. Вот. И в результате этого определенная группа мышц, а организм устроен как шахматным порядком. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И так идет до кончиков пальцев, до полностью все. Все настолько взаимосвязано, что вы даже себе не можете представить. И найти эту причину, найти эту истинную причину, вот в этом всем механизме и настроить это все. Вот это важно как раз для доктора, а не обдумано где-то что-то. Бывали такие моменты, грубо будет сказано, ногой дверь открывает пациент и говорит, впихните, у меня диск выпал. Я говорю, идите туда, где вам его впихивали раньше. Так. Геннадію Васильовичу, до речі, якщо повернутися до пацієнтки, як довго триває курс лікування? Чи, можливо, я помиляюся у формулюванні? Як довго пацієнтка приходить до вас для того, щоб ви переконалися в результаті, який ви отримали впродовж цієї процедури, процедури проведення мануальної терапії? Если касаясь детей, то мы ведем на протяжении всего периода, до подросткового периода, даже и старше. Потому что, вы за ними спостерігаєте, да, постоянно, так? Да. Это эпизодически где-то раз в год или раз в два года. А бывают периоды, когда мы говорим, вот, допустим, с самого с неонатального периода и кончая до 3,5 лет, мы ведем пациента. В течение полгода один раз мы наблюдаем. Далее идет период, где-то до 7 лет мы пациента отпускаем. Когда перешколы, обязательно приходят, мамочки приводят, мы смотрим, что в биомеханике изменилось. За этот период, естественно, ребенок вырос. Мы его ни в чем не ограничивали. Вот. Смотрим по динамике, что у него произошло. И самое главное, интересно, это другое, что мы уже наблюдаем за третьим поколением. И самое интересное, наблюдаем не просто за третьим поколением, говорю, а наблюдаем уже эко детей. Навіть так. Да, это экстракорпоральное оплодотворение, угу. Когда оплодотворенную яйцеклетку пересаживают суррогатной маме. И самое удивительное, ребенок внешне похож на родителей, но по своим проблемам, по биомеханике полностью соответствует той суррогатной маме. Так что будущим родителям выбирайте звертайте себе увагу на здоровых, це. Здоровых мам. Так, звертайте увагу на це. Геннадій Васильович, в сюжеті прозвучало, що після проведення сеансу пацієнтка йде додому і виконує певний перелік вправ лікувальної фізкультури, дотримується ваших рекомендацій. Наскільки важливо дотримуватися всього того, що ви кажете, для отримання результату бажаного? Надо помнить важность всей этой манипуляционной медицины, она настолько серьезна. Вот. Любое неосторожное движение может привести к серьезным негативным последствиям. Почему о мануальной терапии ходит дурная слава? Потому что ей занимаются не профессионалы. Так. Сплошь и рядом. Это можно даже из соседа по лестничной клетке взять. Он наверняка может вам предложить поправить так, спину. Так. Да. До речі, про диск. Багато хто страждає, або принаймні думає, що страждає від грыж або кил міжхребцевих. Наскільки часто зустрічається у вашій практиці ця ситуація? І наскільки її можна виправити за допомогою мануальної терапії? Мануальной медицины очень хорошо лечится межпозвоночной грыжи, если они не запущены, прежде всего, если они небольших размеров, если только вновь образовались, и очень здесь много разных других факторов. Зависит от степени самого остеохондроза, насколько, будем говорить, изношены и обезвожены те межпозвоночные диски, насколько остеофиты прогрессируют. Здесь слишком много факторов. Можно я дозволю собі сумувати? Для того, щоб, як кажуть в народі, вправляти, тобто приймати остаточне рішення вам, як фахівцеві, слід мати перед собою результати обстеження пацієнта. Наскільки я розумію, правда? Это самый важный фактор, потому что доктор должен знать логически поставить цепочку, сказать пациенту, с чего он и доктор может добиться в ходе, в процессе лечения, что можно исправить, а что изменить уже нельзя. Вот.
Здесь находится компромисс и альтернатива, потому что не всегда можно мануальной медициной вылечить те самые межпозвоночные диски. Иногда нужно и то же самое нейрохирургическое вмешательство. Ви знаєте, я вам відверто скажу, як лікар, не як ведуча програми. Мені завжди дуже приємно, коли фахівець каже, що моя частина медицини не є панацеєю, і моя робота не є панацеєю. Існують інші фахівці, які в певних ситуаціях вам допоможуть більше, або навіть виключно допоможуть. Я в певних ситуаціях не можу. І це викликає таку повагу, насправді я вам її зараз виказую. І дуже шаную вашу думку. Геннадій Васильович, час програми добігає кінця, але не можу не спитати. Існує така методика лікування, або, можливо, навіть додаткового лікування, як витяжіння. З вашої точки зору, люди, які висять, витягуються, яких витягують, це що, хто це? І люди, які рекомендують таку методику? Я хотів би остановитися і на витяженні, і на сні. Как в сюжеті прозвучало, що постель должна бути жорсткою? Ні, постель должна бути м'якою. Третью часть жизни мы проводим в горизонтальном положении. И позвоночник, и мышцы, и все мягкие ткани, и сложные эти фасции, связки, все суставные поверхности, все должно отдыхать во время сна. Поэтому постель должна быть мягкой. Вот. Это прежде всего. Но с сбережением всех физиологических сгинь, да, так? Относительно зарядки, относительно вытяжки. У меня мнение однозначное. Любое вытяжение может привести к тому, что вот эти вот как раз фиброзные кольца и ткани, они уже растянуты. И если создать еще дополнительное давление, то больше всего вероятность, что грыжа та, которая была, будем говорить, узелочка... Намечалась, да, пролоббирование, такое мелкое, будем говорить, еще мелкая грыжка, вот, хрящевой узел, как их называют, вот, то после этого вытяжения она выходит за пределы, может образоваться в виде капли. Вот когда образуется в виде капли, тогда уже без скальпеля здесь не обойтись. Геннадію Васильовичу, я вам дуже дякую і дуже насправді сподіваюся на наступну зустріч і на те, що всі ваші пацієнти будуть отримувати позитивні емоції від спілкування з вами і гарний результат. А ви будете задоволені результатом власної роботи. І коли будете зустрічатися з пацієнтами після проведення лікування, будете завжди посміхатися, тому що вам будуть посміхатися у відповідь. Дякую. Всім тим, хто нас сьогодні дивився, я хочу побажати від нашої програми і від сьогоднішнього гостя Геннадія Васильовича Ігнатьєва здоров'я, здоров'я вашому хребту, вашому організму взагалі. І я дуже сподіваюся на наступну зустріч з вами у програмі «Сіті-терапія» на телеканалі «Сіті».